Песенка, это действительно лирика, ребята, можете приглашать дам на какой-то белый танец. Это, наверное, песня все-таки про человеческий характер. Про то, что каждый из нас мечтает, может где-то в душе точнее, он актер, он театрал, он там литератор, он циркач, неважно. И все мы пытаемся в каких-то ситуациях быть какими-то вообще другими, да? Давайте не будем этого делать, а просто всегда оставаться самим собой, потому что нужно быть честным перед самим собой. Ты будешь мать!
Спасибо, действительно было хорошо. Вы знаете, сегодня на этой сцене выступало уже много хороших коллективов. А среди них были наши хорошие друзья, наши побратимы. Это команда Марокко, это... Это действительно солдаты, да, нашей панк-рок-сцены. Мы, пообщавшись с Димой, я попросил у него взять вот эту песню в наш репертуар, которая нам, мне лично очень сильно нравится. Это песня «Наш шанс», она как нельзя актуальна в это время. Песня «Наш шанс», по сути, кавер на то, что есть у группы «Амарокко». И группа будет жить всегда, пока их песни исполняются и пока не играются. Поэтому «Наш шанс»! Yeah.